Романтическое свидание на берегу Черного моря и вопрос утилизации использованных батареек. Ограничения, на какую тему снять ролик, не существует. Всего на фестиваль одноминутных фильмов «Я снимаю Сочи» было представлено больше 100 работ. Из них организаторы конкурса выбрали 20 лучших. Они и прошли в полуфинал. Главная задача фестиваля, на самом деле, для того, чтобы люди смогли выразить свои чувства, свои эмоции посредством своих видеоработ. То есть рассказали о том, как они любят свой город, за что. И еще самое главное, мне кажется, вот именно в этом году в нашем фестивале, это выразить свою любовь к нашему городу. А вот кому достанется главный приз, решат члены жюри. В его состав вошли организаторы фестиваля, представители молодежного комитета, общественные деятели. После просмотра короткометражек жюри долго не могло прийти к единому мнению. По итогам бурной дискуссии было определено 6 номинаций. Поразило то, что погружаешься в атмосферу того, что сняли участники, виды нашего красивого города. И немаловажно то, что ребята еще задействовали и социальную тему, и призвали жителей сохранять эту красоту и чистоту вокруг себя. Итоги фестиваля одноминутных фильмов «Я снимаю Сочи» подведут 18 ноября, в День города. Победители получат ценные призы, а их короткометражки покажут в городских кинотеатрах.